Йоу, гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands. Так, с прошлой серии мы с вами одолели чудаков здесь, отдали нашему Гитлеру миссию, он дал нам новую. Бутылки с выпивкой найти ему надо. Так, телепорты есть тут ли поблизости? Телепорты это там только, окей. И там как раз я продам шматье. Левел мне остался немножко. Где-то на 5 врагов. Убить и все. Так, продать. Продать снайперку. Продать бомбу. Вот это вот хорошее. Тихо. Установить бомбу. У меня на 50. 58. Может повышать точность огня, восстанавливать Продать. Медленная регенерация здоровья. Так, емкость 325-41. Перезарядка. Высокая емкость. Сколько у меня сейчас? 306. Высокая емкость чего? Медленная регенерация. Ну, хп, в принципе, регенит. Тот, давайте возьму, ладно, ее. Так, отправиться. Куда мне это вообще миссия? Терчел Лендинг. Так, стадион. Нет, окей, у меня еще. У нас сейчас будут покатушки. А потом же это к ним еще возвращаться. Хотя к нему вернуться можно будет легче, просто телепортнуться. Не будет тебе спасения. Да. Так, иди ко мне, чел. Новый уровень. Так. Это мне сюда. Угу. Ля, ты дикий. Ой, короче, стреляться вот это с ними. Если, конечно, он за мной побежит, я стрельну в ответ. Хотя, ладно. Прокачать кулаки. О, теперь мне этот новый ранг. Титан. Я скажу вам одну забавную вещь о торговле. Всем хочется покупать. Но никто не желает продаваться. Не у каждого есть способности к торговле, знаете ли. Взять хотя бы вас. Вы всегда принимаете заявленную цену. Вы даже не пытаетесь торговать. А что это за место? Если вы найдете хранилище, вам понадобится партнер, который умеет... Блин. Продавать такой партнер, как я. Так, если бы ты мне разрешил продавать, я бы продавал. Ну, блин, тупые жуки теперь они будут постоянно появляться, что ли. Ладно, забью на них нахер. И пойдемте. Они полностью щиты уничтожают, если попадают.
Так, это мне вперед просто, да? Так, а патроны я забыл закупить. Хорошо, снайперка. Давай. Патрон для снайперки. Револьвер, ладно, тоже хорошо. То же самое, что снайперка. Снайперка. Дерьмовые оружки. Трейчерс. Может, вот это мусорный остров? Мы сейчас в западный, да? Или это... Так, стопы. Это мы на западной. Тут было у нас свалка Эрлна прошлой серии. Это у нас берег предателя. Ну, остров. То же самое, берег остров. Так, тут есть миссии. Для снайперки? Нет. Для снайперки? Да. Да. Ага, такие бутылки нужно подбирать. То есть мне нужно убить 24 врага. Мысли. Я не знаю, почему у меня привычка постоянно, когда говорить, ну как не говорить, а ничего не делать, чтобы у меня был рот открытый. Я вот замечаю просто на своих видосиках. Дурная, наверное, привычка. Ребят, вы, конечно, извините, если там я какие-то миссии не выполняю, я пытаюсь выполнить все миссии, включая побочные. Так, выпивка. Ворота нужно открывать здесь? Нет? Хорошо. Рыбная гавань. Так, рыболовля. Скорее всего, мне с рыбалкой потом еще, может, отправят. Голову подними. Мразь. Голову подними. О, а тут что-то нужно. А ну-ка. Так, наверх. Откуда палят? О-о-о-о.
Бутылка. Так, это откуда огонь ведется? Я успею, 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 успею. Сам виноват. Так, бутылка, кажется, я приобрел бутылку. О, вот она. Бутылки мне нужны. Так, 17 есть, осталось еще немножко. Там какой-то этот ломбард. Короче, мне кажется, я вообще начал заходить не в туда, куда мне надо. Что-то, скорее всего, мне еще будут давать миссии на эту локацию. Ладно, показалось. Щит, снайперские патроны. Ты отправляйся к творцам, не так норма. Так, статуэтка, деньги. Так, стоп, бутылка. Бомбы. Бутылка от зелени. Где? От тебя где? Бутылка. Так, где мой револьвер? Не хочу я уже юзать пистолеты эти. Мне револьвер нравится. Так, еще 4 врага. 4 бутылки, то есть. Ну, если бы точнее. Вот. 3 бутылки. Мы сейчас ходим туда. Скорее всего, там я и найду еще двоих, троих. Которые бухают. Либо я найду тут жуков. Так, тихо. Да не шевелись, ты надоел. Ладно. Апперкот. Бутылка. Где твоя бутылка? Вот твоя бутылка. Так, да, тут сократить путь можно. Все. Да? Тут же можно сократить путь. В смысле? В смысле тупик? И даже ничего нету? Ладно, я нашел другой способ. Побежим тогда сюда, вот просто знаю, что здесь будет одна вот миссия. То, что такое херь, это светилось.
А с ним значит что-то будет связано. Вот, светится. О, бутылка. 25 бутылок. Кстати, конечно, теперь бегать туда-сюда. Тоже бутылка. Так, окей. Мне нужен это одна граната еще где-то. Все. И боссов, главное, теперь нету. Ничего нету. Трачу только две серии где-то, ну пускай впустую, вообще не по сюжетке. Потому что есть побочные квесты. Бля... СТП. Нужно к чуваку тпхнуться. Я сейчас, короче, остановлю запись и продолжим. Я, короче, оставил сейчас запись, я телепортнулся, ну, вернулся сначала в ту локацию, и оттуда телепортнулся сюда. Чтоб, типа, не тратить зря время. Так. Миссию сдать. Хорошо. Так, это что я подобрал? Синьку какую-то. На модификации класса. Кстати, 58 это хилка, да? Так, это не здесь. Куда мне идти тогда? Кромсканию. Не помню, куда эта локация идет. Ну, а я сейчас телепортнусь. Я что-то, помните, сходил на арену, и у меня появился новый туда телепорт. Сейчас я покажу как раз вам Кромскрения. Где это был? Вот эта арена. Так, Кромскрия, да? У меня ее нету. Нету. Окей. Так, при входе и выходе из фазового скачка создается фазовый взрыв, повреждающий всех врагов вокруг. Это скорее ульта этой птелки. Да, мы тут еще не были. Так, куда мне ближе? В эту сторону бежать, окей. Я не хочу с ними драться снова. Просто пробегу. Консервное мясо скагов. Консервированное. Эй, поехали, дружище! Эй, поехали, дружище! Поехали. Порулили. Порулили. Продолжать! Здравствуйте. Елена Гирс ждет вас в новой гавани. У нее есть для вас работа. Почему-то я раньше не мог сказать. Ладно, поехали сначала к телебирсу или кому там. Только я не знаю, это телка, которая вот там наверху. Ладно, поедем, короче, в нее гавань. Он сказал да, по-моему. Возьмем это задание. Доступны
все ништяк. И значит, на доске объявления есть задание и утёлки этой. Ну сколько, пускай заданий 6 будет новых. Нью-Хейвен. Так, поехали. Сначала я забегу к ней. Чем могу помочь? Здравствуйте. На панели наград в Новой Галле доступны новые задания. Железяк, я понял. О! Этого раньше не было. Купите Атлант, и вы узнаете, каково это обладать силой богов. Я понял, типа пасхалки, да, тоже. Но. Так, а куда это твое задание идет? Чел. Раст. Ладно, найду этого Шона. Где там далеко? На машине можно доехать будет. Если приходится делать больше одного выстрела, значит у вас в руках явно не Джейкоб. Все, поехали. Нужно, скорее всего, модификации покупать для остальных орудий. Либо можно было вообще не покупать все апгрейды эти. То, что я сейчас все равно пользуюсь только снайперкой этим. Револьером. Чел, я тебя нашел. Так, 2 минуты. Кромсх, окей. Но мне придется возвращаться, походу. Счет продаж найден. Вот это только сейчас раст, вот так, летать в ныне и той же точке. Раз, так, вест, окей. Раз, коман вест. Эй, здесь можно подобрать себе машину! Можно даже раскрасить ее в любые цвета! Хотели! Хотя стоять. Это куда? Тоже туда же? Поехали, окей. Так. Теперь куда? Ну ладно, это не так далеко. А с этим... Куда-то ехать дальше, да, нужно, да. Ладно, сейчас все сделаем. Так, нет. Ехать дальше. Не хочу с этими тараканами или с кем я там буду драться. С кагами. Не хочу. Очень много проехаться. Они свалили, да, типа меня атаковали и свалили.
Почему бы нет? Твари летающие. Тихо. Короче, бля. Разрешайся быстрее. Да ё-моё. Серьезно? Пипец. Да ё-моё. Везучий сукин сын. И ради этого я сюда бежал. Так, Нью-Хейвен. Теперь сюда поехали. Или это сюжетная линия? Доска найдена. Мистер Джонс найден. Поехали за мистером Джонсом. По-быстрому. Ладно, короче, когда уже приеду в ту локацию и продолжу. Так, прямо. Ты вообще был в этой локации? Вопрос на миллион. По-моему, я в этой локации вообще даже не был. Что-то новенькое. Готов. Мистер Джонс найден? А где его нашел? Не понял, окей. Он где-то, значит, здесь, да, хотите сказать? Считаете, что простые пули изжили себя? Приобретите Маливан и зажгите по-настоящему. Так, все. А, это ты, Джонс? Пакетик. Предохранители. Крот убит. Фрагмент ключа от хранилища. Вот это идет сюжетное получается. Предохранители. В принципе, я могу лучше съезжу в Кромск. А потом уже вернусь сюда. Потому что, мне кажется, здесь тоже будет потом миссия. Много миссий. О, так тут
сократить можно путь в этой локации. Это хорошо. Ладно, вызову новую. Выбери себе машину! Такси плюс! Так, здесь поворот. А, мост-то не опущен. Черт. Мост не опущен, реле. А, он мне не нужен. Бля, тихо, брик, брик, тихо. Не врезайся. Ворота эти не открываются, да? Открываются. Все, значит, я не хочу тратить время сражаться с этими тварями. Взял, активировал, уехал. Просто повезло. Так, окей. Здесь одна большая локация. Хорошо. Два элемента. Это. Бля. Вместе здесь, а потом не туда, что нужно отчухать. Давай, короче, сделаем так с тобой. Я сейчас закончу. Отхилюсь. И я продолжу. Пойдем сначала направо, а потом налево. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч. Пока.